Состояние южнокорейского гражданина, заразившегося смертельным вирусом ближневосточным верблюжьим гриппом, в больнице города Хуэчжоу провинции Гуандун по-прежнему тяжелое. У мужчины вновь повысилась температура, но медики не теряют надежды. Местные власти продолжают поиск 9 человек, которые имели контакт с больным. 69 граждан уже на карантине. Симптомов заболевания ни у кого пока не выявлено. Между тем, Министерство здравоохранения КНР выпустило инструкцию по противодействию вирусу МЕРС для больниц, поликлиник и медпунктов. Особенно внимательно врачи будут осматривать пациентов с жалобами на высокую температуру.